субботу на ТВ Рус. В свидетельстве о рождении в графе «Отец» стоял прочерк. Мне в школе там или среди своей детворы, своих друзей сказать: «А вы знаете, кто у меня отец? А вы знаете, кто я такой?» Это было запрещено. Капитан, капитан, улыбнитесь. От отца ему досталась творческая плодовитость. Макс говорит: у него есть зерно, и вот оно проросло. Любовь вдохновляла и отца, и сына на создание множества красивых мелодий. Мне не кажется, что Максиму нужно доказывать, что он способен быть композитором не хуже, чем его отец. Он абсолютно отдельная, стоящая личность, музыкант, композитор. Сейчас песни отца и сына соседствуют, не мешая друг другу. Это подвиг, я считаю. «Веселые ребята Дунаевские». В субботу на ТВ Русь.